Всем привет! Рад приветствовать своих новых и старых друзей на канале Казах ТВ. И сегодня весьма любопытное видео будет. Я вот сидел такой на диване, смотрел на два этих велосипеда и думаю, а какой же из них быстрее на наших местных трейлах? Ведь вы знаете, что мы подобный ролик уже снимали, который будет здесь, или с вашей стороны, скорее всего, здесь в подсказочке. Мы сравнили мой Санта-Круз с Мирида 120 с топовой комплектацией. Там 130-120 мм хода, здесь 150-140. Все почему-то думают, что мы в Хайтавере 150 круг. Нет, на нем 150, сзади 140. В той битве Санта-Круз выкатил с счетом 2-1. То есть два трейла он закатил, один трейл он проиграл, там на какие-то секунды Мериде. Сегодня ему будет противостоять Specialized Epic Evo. Мы знаем, что этот велосипед очень бодро едет. Тест-драйв на него мы уже снимали, на нашем канале есть. Можете зайти и посмотреть. Он побил даже рекорд нашего первого участка. Но мы возьмем участки средние, нейтральные. Вот будет один участок прямичок с небольшими уклоном. Второй участок у нас будет с камушками, с незлыми, а другой уже с камушками с такими, так, позлее. Но до этого будет достаточно затяжной прямик с кучей поворотов. Вот интересно, кто сегодня у нас выкатит? Будем надеяться, что Epic все-таки должен разобраться с Санта-Крузом, который тут очень хорошо себя чувствует на местных трейлах, потому что Мериде это не удалось. Вы можете нажать на паузу и написать свои результаты, предположительно, которые могут быть. А мы пойдем готовиться к первому заезду. Первый трейл, вот так вот, как видите, по лесочке просто тропинки идут поворотами, достаточно местами резкими, до 90 градусов даже есть. Тут у нас песок, но сейчас прошел дождь, поэтому держак будет достаточно хороший. Кусок что-то там меньше километра, где-то под 900 метров участок. Сейчас проверим, за какое время мы проедем. На рекорд скорости мы претендовать не будем. Нам просто интересно сейчас, как проедут два эти велосипеда между собой. Мы с лидерами и царями горы этого трейла гоняться тут не намерены сегодня. Но если побьем рекорд, извините. Погнали. Вот и старт начинается тут где-то примерно. Песка очень много и шишек. Просто тысячи. Заросло, хера не видно. Сдулся с пешек перед стартом. Смотрите, какой у него маленький компактный насосик. А свою функцию выполняет. Да, не быстро. Можете, конечно, попробовать ртом накачать, может быть, у вас получится быстрее. Но предпочитаю возить очень маленький компактный насос и не париться. Вот это скорость! Не, санта медленнее была тут. Мать моя женщина. Скользко на песке, на этих покрышках. Еще же шишки.
господи, зачем я это вписался снова? Слушай, на Санте было увереннее, сильно в поворотах, вот прям вообще хорошо. Но сейчас самое идеальное условие, чтобы тут погонять. Влажный песок, потому что когда тут сухо, а тут вообще ни на чем нереально, ни наката, более-менее накат есть. Но Санта мягче, контролирую в повороте. Ну, блин, эта тварь разгоняется просто страх. В поворотах, может быть, я где-то и терял чуть-чуть. На прямиках, я думаю, однозначно было быстрее. Но результаты, конечно же, мы узнаем в конце этого ролика. А сейчас мы едем на следующий участок. Можно воды? А то у меня гортань пересохла. Значит, после леса и дождика, который там прошел, мы выбрались на открытую местность, где тут все в камушках, сухо и все хорошо. И сейчас будет очень интересный участок. Это по факту как наш второй тестовый участок наших тест-драйвов. Только финиш будет не тот жесткий с камнями, а вот параллельно вот здесь вот чуть-чуть попроще. Ну, чтобы Эпика хоть какой-то шанс был здесь нормально закатить. Очень много зарослей. Бля, да что ж такое? Есть очень важная новость. Наш магазин, который называется Казак Шоп, в котором продаются все такие сочные джерси и такие прекрасные шлемы, делает отправки в СНГ. Возможно, не все знали, но вот я вас информирую, что мы отправляем в СНГ абсолютно в любые страны, даже в заграницу. Нам очень много пишет американцев. Недавно мы отправляли в Швецию, мы отправляли в Словакию, Ремки, Фокс, все угодно. Если вы не знаете, как это сделать, как оформить, потому что наш сайт по умолчанию заточен под рынок Украины. Там нельзя выбрать вашу страну, ваш город по умолчанию, он просто списком не выпадает. Вот здесь вот есть телефон нашего телеграма рабочего. Залетайте туда, и менеджер вам все подскажет, как все это сделать, и оперативно отправят. Ну да, Эпик разгоняется, конечно, сильно увереннее. Боже мой, оторвало ноги. Ой, как плохо переключается передача. Не провалился! Ну, сука. Знаете, даже если этот велосипед на этом участке проедет быстрее Санты, даже если, не дай бог, конечно. Слушайте, я все равно останусь при длинноходных велосипедах, потому что на них так хорошо, на камнях, так классно. Можно выделываться там, что-то перекладывать. Я ехал просто именно, ну, знаете, как в жигах вот эти вот три иконки на торпеду клеит. Вот я бы сюда наклеил бы, когда спускаешься по камням. Это просто когда тормоз пропал, да грипсы на спуске. Как раз самый классный момент, когда он нужен. Тут на прямиках-то насрать, можно с передним справиться, вдруг попадет. А там, а что делать?
Да вы что, мне серьезно говорите? Это убийство было какое-то. Результаты, конечно же, мы узнаем в конце, после третьего участка, который мы сейчас отправляемся заезжать. А что это у нас тут? Гели шипение откинул копыта и смог еще заехать в участок. Потому что, знаете ли, силы уже начинают потихоньку меня покидать. С меня вышло, по-моему, литров 10 уже воды. Хай-фай просто всегда на помощь приходит. Тупо мокрые перчатки и руки скользят. Рекомендую Аква. Его забивать не надо. Уже есть гели, которые такие приторные, сильно сладкие. Без забивания никак. А это на водяной основе, ну, много воды. Он такой жидкий, как сок просто. В моем случае апельсиновый. По ссылке в описании можете купить. Не благодарите. И теперь Эпик проедет наш последний участок. Он такой маленький, блин. А ударенький. Вау! Вау! Седло это, блин, высоко стоит. Очень высоко седло стоит, блин. Минусы коротких подсиделов, блин. Результаты наших тестовых заездов. Значит, первый участок, тут где был лес. Значит, Санта-Крус проехал за 1 минуту и 40 секунд, а Эпик проехал за 1 минуту и 34 секунды. Рекорд, кстати, там стоял что-то минута 48. То есть мы даже царя горы взяли на Эпике. Второй участок у нас был уже такой посложнее, как вы помните, с камнями, где нам там помешали велосипедисты. Значит, Санта-Крус проехал за 1 минуту и 19 секунд. И 7 сотых. Тут прям уже важно было сотых. Эпик проехал за 1 минуту 19 секунд и 17 сотых. У вас, конечно же, будет вопрос, как мы вычислили сотые, а по Страве мы проезжали, там вообще время одинаковое было. Вот в этом-то и как бы и проблема, что Страва сотые не считает. Я на таймлайне просто поставил два кадра, взял, к примеру, там дерево за старт и там камень, к примеру, за финиш. И по нему выровнял, типа, и отбил старт, и отбил финиш. И вышло такое время. Если на первом участке там не критично, там отрыв 6 секунд, то тут как бы это уже можно было захоботиться и посмотреть, насколько все-таки отличается. И третий участок. Санта-Крус проехал за 53 секунды. Эпик за 55 секунд. Это участок, где большая часть была спуска, то есть там посмешок был и разгонка была с волнами. Вот такие вот результаты. Условно можно разделить, что это в принципе ничья была, одна там была победа. Единственное, что с отрывом как бы больше было у Эпика. Что я хочу вам сказать касательно этого вообще эксперимента. Эпик быстрый, это не спорно. Но удовольствие на нем вот ехать по таким вот вещам, ноль вовсе. Но это как, знаете, у меня знакомый один есть, Артур, привет, который любит гонять на машинах, у него по кольцу, у него Evolution там подготовлен, там жесткое, низкое, там, ну все как положено. И он меня просто как-то посадил, я с ним как-то проехался. Я думал, себе жопу отобью и просто позвоночник поломаю. Это просто табуретка, но на результат, но зато быстро. Садишься в гражданскую машину, плавненько, комфортненько, там где-то можно что-то повыделываться, позакрадывать в поворотах, но это без ущерба комфорта. Вот то же самое Эпик и Санта-Крус. Вот Санта-Крус это комфорт,
ну, я говорю про наших, опять же, условиях, где мы испытывали, тестировали эти велосипеды. Комфорт, камни, ага, классно, там, выпрыгнуть, там, садить в камни, да не вопрос. А эпик, это тупо табуретка, заточенная просто на результаты, на скорость, на максимальный показатель. Вот и все. Сказать, чтобы у меня был бы лучший эпик, эво, и я бы на нем катался вот здесь вот. Ну, я бы не катал бы участки, наверное, жестко, вот каменистые. Я бы просто там по тропинкам бы гонял бы с контрищиками там, рубился с ними на результат, и вот это максимум был бы. Санта-Крузу, огонь, пушка, летай, кайфуй, все мягко, все комфортно, вопросов к нему вообще нету. Да, я понимаю, что эпик-то мог быть быстрее и быстрее на каких-то участках, и там можно было постараться еще быстрее, но слушайте, это очень страшно.